Media tostada de manteca de cerdo y un descafeinado de soja. До сих пор считалось, что свиной жир вреден для здоровья. Однако исследование, проведенное в Кордовском университете на мышах, показывает, что это далеко не так, и что, напротив, этот продукт замедляет процесс старения, но только при низкокалорийной диете. En esas condiciones hemos encontrado que la longevidad se extiende más, los animales viven más tiempo. Для эксперимента три группы мышей кормили низкокалорийным кормом, но с использованием трех различных видов жиров – соевого масла, свиного и рыбьего жира. Затем проводили сравнение влияния различных жирных кислот на организм животных. Por primera vez podemos demostrar que podemos alterar los beneficios de la restricción calórica en la longevidad sencillamente cambiando el contenido graso de la dieta. Исследования подтвердили, что животные, употребляющие меньшее количество калорий, живут дольше. Кроме того, было выявлено общее благотворное влияние такой диеты на состояние организма. Los órganos de todos los animales que estaban sometidos a dieta, lo que estamos llamando restricción calórica, presentaban mejor aspecto que los órganos de los animales que comían todo lo que querían. Результаты исследования могут быть применены в поиске лекарственных препаратов для людей, которые бы оказывали на организм эффект, подобный низкокалорийной диете, но без необходимости ограничения калорий.